Всем добрый день! Хочу поделиться с вами одним из методов пересадки подростка орхидеи азиата. Так мы его называем, азиат. Он приезжает с Азии. Приезжает он в амху, в таких вот стаканчиках. Ну, кто уже имеет такие растения, они знают. Вот хочу просто немножко поделиться, как я их пересаживаю. Если растение пришло и мох очень сухой, желательно перед этим немножко в емкость набрать водички, поставить и на какое-то время, чтобы оно постояло. Мох намокнет постепенно и станет влажным. При таком способе будет легче удалять мох, и растения, корни растения напитаются, они будут более мягкие, эластичные, а соответственно менее могут травмироваться. Достаем стаканчик. Если стаканчик с трудом достается, можно его разрезать. В данном случае я перед этим делала растение и разрезала. Да, оно легко разрезается. Мы достаем и осматриваем корни. В данном случае это растение уценка. Ну, для уценки очень достойное, хорошее растение. Посмотрим, что внутри. Мох у азиатов хороший. Посмотрите, он не труха. У него, вот можно сказать, веточки. Сейчас он мокрый, не так видно. Когда мох высыхает, он становится белый, пушистый и эластичный. Мох сфагнум мне не очень нравится. Он быстро превращается в труху. Вот растение мокрое, видите, хорошо удаляется. Легко, по крайней мере, идет удаление. Мох очень набит плотно, практически как прессованный. Вот уже какие-то пошли сухие корешки. Так, листик. Вот. Корешков не так много. Ну, сейчас посмотрим. Мох прессованный, поэтому, когда мы его достанем, он просохнет, он увеличивается в размере. И его станет гораздо больше, почти в два раза. Немножко расскажу о смысле этой пересадки. Растение, жившее в таких условиях с рождения, оно привыкло к этой среде, оно привыкло к этой микрофлоре. Пересаживая его в другую среду, например, в кору, растение может немножко получить стресс. Оно может переболеть, может заболеть и долго адаптироваться. Этот мох хороший, он еще прослужит еще какое-то время. Вот я вам сейчас покажу мох. Видите, он немножко влажный у меня. В таком, если он намного у вас получился мокрым, можно его на газетку разослать и просушить. Вот в данном случае мох как раз такой очень хороший для пересадки. Немножко можно его распушить, чтобы он был более такой вот. Вот видите, у него хороший мох, не труха. Здесь микрофлора, которой уже привыкло данное растение. Оно привыкло жить в мху. Пересаживая в другую, еще раз повторюсь, в другую среду, растению может не понравиться. Ему, возможно, понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть. Поэтому такой способ менее травматичный для растения. Есть еще свои плюсы. Не надо покупать кору. То есть это финансовые затраты. Здесь только затраты — это горшочки. Горшочек я беру немножко больше, чем тот, который был. Вот, немножко больше.
Почему я пересаживаю растения? Некоторые мои знакомые и подруги, они не пересаживают растения. Иногда год и два растения растет вот в этом горшочке, в котором оно шло, в этих условиях. Но мне очень жалко растения. Мне кажется, что ему там тесно, так как мох очень плотный, горшок тоже маленький, и мне кажется, что там некуда расти дальше растению, некуда развиваться. Тесно ему, мне жалко растение, я пересаживаю. После того, как я его приобрела, и он появился у меня дома, я ему даю 2-3-5 дней для адаптации, и потом пересаживаю. Вот у нас имеется такой вот абсолютно сухой корень, довольно-таки длинный. Вот можно вот так вот потихонечку снять. Меломен, он пустой, он уже сухой, но ниточку мы оставляем, так как питание и влага проходит к растению именно по этой ниточке. По незнанию многие обрезают ее. Но находясь в мху и получая влагу и питательные вещества, растение дополнительно будет, пусть меньше, чем обычный корень, но все-таки какое-то питание этот меломен живой получать будет. Так, вот у нас еще такая есть. Сверху хорошие свежие корешки. То, что удаляется, я ничего не отрезаю. Ну вот, немножко оторвалась, но то, что удаляется, я удаляю. Растение само определит в среде, в которой оно растет, что ему делать, как ему лучше. Удалить ли ему что-то? Я смотрела тоже видео других девочек, которые вообще ничего не удаляют, даже гнилые корни. Сажали, и растение само растет в этой среде, в этой микрофлоре, в которой сам он формирует, и микрофлора сама формируется. Ну, вот так вот. Корешки здесь белые, так как не поступал свет через плотный воск, они со временем позеленеют, растут новые корешки вот. Растения довольно-таки, как для реанимашки, и уценочки довольно-таки. Корней небольшое количество, но их достаточно. Они умеренно влажные. Вот немножко. И можно сажать растения. Еще раз повторюсь, почему именно этот мох? Потому что он хорошего качества, намного лучше. И самое-самое главное, здесь уже сформирована микрофлора. Растение в этой микрофлоре росло, оно к ней привыкло, и ему будет опять же легче. Возможно, в теплицах чем-то поливали для профилактики, опять же, какими-то удобрениями. Все это здесь есть, оно к этому привыкло. Также в теплицах на этом растении не слишком видно, но они, вот сейчас покажу вам другое растение, налет на листиках. Эта теплица чем-то опрыскивает, вот опрыскивает для профилактики. Как правило, азиаты приходят, мы их называем чистые. Чистые, без сюрпризов, без каких-либо насекомых. Вот, благодаря тому, что они их хорошо обрабатывают. Потому какой-либо обработки я не делаю. Не для профилактики. Если я достала растение с этой среды и смотрю, что с ним все нормально, значит ему хорошо. Некоторые обрабатывают фунгицидом. Но я считаю, если растение себя чувствовала хорошо, и опять же в это же условие мы его сажаем, и ему будет хорошо. Фунгицид – это опять же стресс для растения, это как антибиотик для человека, да? Человек чихнул, давайте сразу ему давать антибиотики, то есть, ну, как бы,
растение, у него есть свой иммунитет, и оно как-то должно само справляться. Если, конечно, это какое-то очень проблемное растение, да, там, и у него очень плохие дела, да, естественно, там надо применять препараты и все. В данном случае, даже для оценки, все хорошо. Я сажаю в два вида горшочков. В данном случае вот такой вот обычный горшочек на донышке. И вот горшочек, вот я уже пересадила растение, вот с дырочками по бокам. Такой горшочек чем хорошо людям, которые любят очень перелить растения, да? В нем быстрее просыхают. Летом мне приходилось даже раз в 4-5 дней поливать вот так вот растение, быстро просыхает. Минус этого горшочка, иногда могут прорастать корни. Не иногда, а очень часто прорастают снизу, сбоку вылазят корешки. Да, это неудобно, но со временем, когда растение вырастет и будет пересаживаться, можно, конечно, потом разрезать. Ну, как бы горшочек уже, наверное, не будет пригодным. Вот такие вот. Но у него, по крайней мере, будет хорошая вентиляция, и я почему-то все время боюсь больше мокрого, чем сухого. Вот, вот я пересадила уже. У меня и в таких горшочках растут, и растут вот в таких горшочках. Так, вот мы так вот все складываем. Корешки более-менее эластичные, так как они влажные. Мы их немножко... Растения садим вот на уровне... Вот края, чтобы шейка была не заглублена. Не заглублена. Вот в этом растении было очень много корней. И у меня даже мох остался. То есть мха пошло намного меньше, хотя вот пустот нету. То есть все заполнено. Я не слишком плотно для того, чтобы все-таки растение как-то дышало и просыхало быстрее. Я повторюсь, я боюсь слишком влажного и мокрого, как по мне, лучше не перелить растение, чем перелить. Вот немножечко вот так вот, так немножко ювелирно, аккуратненько, не плотно. Опять же повторяю, чтобы не сильно глубоко была шейка, потому что лучше не заглубить шейку. Потому что у растения, конечно, самое корни нарастить можно, а если уже что-то происходит с шейкой, то тогда только придется останется пенечек или ждать детку. Корешки еще наращиваются, вот шейка. Можно потерять растение. Мох вот хороший. Абсолютно, повторюсь, сфагнум меньше использую сфагнум, потому что он более быстро превращается в труху. Азиатский мох хороший. Еще очень хороший новозеландский мох сейчас на рынке появился. Очень хорошего качества, мне очень он тоже нравится. Ну, в данной методике я использую не из-за экономии мох, а из-за того, что здесь своя уже есть среда. Если посадить в новый мох, да, растению придется какое-то время на то, чтобы здесь появилась своя микрофлора, своя среда. Заполняем немножко так вот пустоты. Тоже не плотно, очень легенько. Буквально вот даже вот он у самой получается вот так вот. И уже вот растение... ровненько, чтобы оно было ровненько. Смотрим, пустот практически нет. И опять у нас вот остается мох. Его можно использовать при посадке взрослого растения в кору, добавлять кору и мох. Возможно, эта методика уже очень-очень давно используется, но я ее как-то нигде не нахожу. Мне она не попадалась, я не находила, я почему-то размышляла и решила, что вот такая вот посадка для себя более удобная мне, более удобная растению и экономически выгодна.
Возможно, вы и пользуетесь уже давно таким способом. У меня уже несколько растений так растут. Они очень хорошо перенесли пересадку такую. И пересаживала их летом в очень большую жару. Было за 35 градусов, стояла большая жара. Ну, все хорошо. Вот. Также протираю потом листики. Растение уже находится в среде, в которой оно будет жить постоянно. Оно пережило посылки, переезды, акклиматизацию. Все вот это, которое было обработано, листики. Так, минуточку покажу. Вот, да, были обработаны какими-то растворами. Возможно, дезинфицирующие какие-то питательные растворы. Мокреньким мы я снимаю, мою для того, чтобы уже растение дышало, хорошо себя чувствовало. Вот в таком горшочке. Вот корешки мы не ломаем. Ну, не гнется корешок, ничего, будет воздушный корень, ничего страшного в этом нет. Многие очень встречала такие вопросы, что многие говорят, что делать с вот этими корешками, которые не помещаются в горшок. Здесь корешок один, бывает, что корешков очень много, да, таких воздушных, их некак уложить. И все стараются посадить тогда растения поглубже. Вот буквально вот так вот, да, поглубже, чтобы все корешки появились в земле. Это в грунте. Это ошибка. Смотрите, сажать надо, вот, чтобы шейка была сверху. Корешков может быть много сверху, но тогда очень большая вероятность загнивания шейки, если вы посадите ее вот так вот выше в грунт. Ничего страшного нет для корешков, если они сверху. В природе они вообще все живут на коре, и все корешки сверху, ничего страшного в этом нет. Можно периодически аккуратненько, не в направлении шейки, опрыскивать вот так вот, если будут большие длинные корни. Но углублять шейку я бы не рекомендовала. Вот такая вот посадка. Также. Все. Спасибо за внимание. До свидания. Буду еще делиться какими-нибудь своими наблюдениями и советами.